пускай себе пропагандируют. Работа у них такая. Они политические партии, они должны пропагандировать. Там 22 апреля венок к мавзолею Ленина, там 21 декабря и какого там 5 марта, соответственно, венок к памятнику Сталину. Это нормально, я не вижу здесь никакого ни криминала, ничего. Что касается 9 мая, это действительно праздник, это может быть единственный праздник, который сегодня объединяет всю страну, ну почти всю, и даже такие уже совсем замшелые либерасты в этот день молчат, хотя многие из них и говорят там в полголоса, что зря мы выиграли эту войну, если бы мы ее проиграли, пили бы сейчас баварское пиво. Да, вот это вот есть у нас такие персонажи. Вот, но, в общем, я не вижу здесь никакого криминала. Другое дело, что, конечно, устраивать репетиции посреди бела дня, это, конечно, идиотизм. На Москву закрыли в 6 часов вечера. Но закрывали бы ее с полуночи до там, 4 часов ночи. Может быть, не так бы народ нервничал. Но сейчас они в Алабино репетируют, и ничего.